Hey, yo, guys, с вами Шинки, и мы продолжаем проходить игру по названию Far Cry 3. И у нас новое задание здесь. Так, давайте возьмем. Охота за головами где-то между этими местом и домом доктора Энхарда. Пират убивает местных жителей, убейте его ножом. Окей. Но сначала мы с вами вернемся обратно. Где наша была машина? Так, это вражина, да? Ой-ой. А где моя машина? Так, она где-то в той стороне была. Ой, привет. Новое очко навыка. Там еще одна бежит. Командский вораж. Комодо — это хищник, охочущийся на все живое. Его укусы не только очень болезненны, но и крайне опасны в связи с тем, что в слюне содержится возбудитель различных болезней, что может привести к параличу и мучительному смерти. Впрочем, укусы моей бывшей жены не меньше опасны. Сейчас нужно быстро... Все. Ух, вот это повезло. То, что я не сдох. Так, теперь... Чё, херели? Что, пипи? Вы что, херели? Где мой калаш? Эй! Выходи, выходи, не прячься! Ё-моё, класс. Найс. Окей, рюкзак. Создание предметов. А. Найс. Охоты тоже нету. Ну, я могу сделать эти, да, вещи? Медицинская сумка. Не очень. Свинина. Вот козла бы мне сейчас найти. Собачина. Давайте бумажнику лучше. Прочный бумажник. Казуара какого-то. От заразы, калаш мой подперли, ладно. А, это там. Марк, кому говорю? Слежу, отпустите! Я не опасен! Слышь, мне так холодно. Где его оружие? О! А, блядь, точно, я же на бегу не могу менять оружие. Я здесь уже был? А, это ж когда я обвор... Да? Или нет? Что это вообще за место? Так, эта херня где-то... Давай, сделай что-нибудь! Давайте я в пещеру пойду, вот что я сделаю. Мне все равно бессмысленна эта драка. Ладно. Будем так, как была задумана игрой. Могу? Могу в прыжке. Так. Где? Где? Что я не...
Можно пометить? Прячься, сука! Я отыщу! Окей. Почему у меня плохое предчувствие? У меня очень дерьмовое предчувствие. Слишком темно. А если я умру? Чего? Нихера себе. Здрасте. А я вовремя этот рюкзачок улучшил. У меня уже косарик. Что это за место такое? Сейчас нападет на меня медведь какой-то. Нету тут ничего, хорошо. Не, действительно, как-то... Если бы сюда еще животное какое-то добавили, потому что такая пещера крупная. Уж стрёмно. Ладно, бежим на свободу. В подкате надежды. Это наш? А, да, это наш? Или нет? Ты наш? Чтобы что использовать? Спасибо за помощь! Огромное спасибо! Ау. Так даже. Херовый звук. Ой, их тут двое. Там еще есть. Что? Почему ты отмечаешь некоторых, а некоторых нет? Давай. Все, зажрал. Спасибо за машину, чувак. Ой, а у тебя будут патроны, дружище? Мне бы патроны пригодились. Ой, спасибо. Тут, мне кажется, этого не хватит. Херово. Очень херово. Так, ладно. Делаем вот что. Точка там. Там. Телепортируюсь сначала сюда. Посмотрю на доску объявления на охоту. Ай, блядь. У меня же уже запущена охота. Ладно. Куплю патроны. Хотя... Да, есть улучшение. Тут глушитель можно на него сделать. Расширенный магазинчик. Ночной прицел даже. Так, давай сделаем так. Снайперская винтовка. Хищник. Хищникам можно... Ого. Здесь, ну, львиная, наверное, раскраска. Окей. Продать. Это все нужно. Так. Стопы. Рюкзак. Создание предметов. Боевой тоник. Это не нужно для... Что нужно? Собачий херь. И все. Хорошо. Патроны.
Блин, я хочу на калаш, алло. Пулемет, штурмовые винтовки. Я хочу на калаш, глушитель. Оружие отсутствует. Посмотрите варианты окраски. Здесь огненный прикольный. Хотя... Если так брать... Либо пустыня, либо джунгли. Джунгли. А, патроны, точняк. Боеприпасы. Автоматы. Или это винтовки? Автоматы. Готово. В путь. В путь. Блин, вот почему здесь нету инвентаря, кнопки? А, рюкзак. Две еще ячейки, хорошо. Навыки. У нас еще все еще один. Все. Поехали. Подожди, отмена. А, тут радиовышка далеко. Поехали. Я убью цель. Активирую радиовышку. Вернусь в это же место. И возьму здесь охоту за головами. Может, что-то и выйдет. Ой, а если макаку убью? Макакович. Макакович. Нельзя убивать здесь никого. Пролезешь? Я тебя понял. Понял, понял, я тебя. Хилки, я думаю, мне этой хилки хватит. Вот урон, что я мало наношу, вот это плохо. Так, желтое растение. Желтое растение. Что-то новенькое. Не да? Так, инстинкт охотника могу сделать. Я его и сделаю. И... R. Это что сейчас было? Геликония. Местные жители любят геликонии. Их используют в качестве украшения по всему острову. Главное, никогда под ними не убивать, иначе душа убитого останется в растении навеки. Ой, кажется, это из романа, который я сейчас читаю. Прошу прощения. Так, первое. Зачищу вот это место. Если тут, конечно... А тут никого нету. Ой, может тут крабиков найду? Нужно крабики. Так, дом. Большое перо. Так, с той стороны, походу. Мусор, 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 мусор. Ладно, побежали. Вместе на той стороне, и у нас здесь не изучена карта. Мне нужно убить ножом, не забываем. Так, помеченные враги. Р, возьмите фотоаппарат. Возьмите врага в видеокамеру, чтобы обозначить его. Подожди, я? Тут есть обозначения тоже. Обычные, рубака, снайперы, тяжелые. Так, это собака была? Короче, мне нужно дождаться того типа. Так, собака с той стороны, хорошо. Так, уже сумерки начинаются. А у меня прицела ночного видения нету. Но... Так. Блин, мне бы сейчас... Так, еще кто-то? Блин, давайте, ребят, вы как-то свалите. Я набегу его заберу, попытаюсь.
Так, минус один. Где собака? Найдите команду и убейте его ножом или бесшумное убийство. А, все, собаку вижу. Так, вы можете как-то разойтись, что мне делать? О! Тихо. Я вижу, вот, я тебя вижу. В хедшот дам. Иди на гору. Ай, бля. Я сыт по горло повстанцами. Ой-ой-ой, палец, палит. Короче, идем. Что за херней тут воняет? Это я поссал. Давайте, минус один есть. Если убью, меня спалят же. Вот тот меня спалит, когда я буду этого резать. Но можно сделать выстрел в воздух и обмануть противника. Либо просто вынести ему мозги. Ладно, давайте сделаем так. Я посижу здесь. Этот приятель в красной фуражке ко мне, если пойдет, я его обойду и убью. Хорошо. Тот уходит. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Да как ты меня замечаешь, я не понимаю. Зараза. И главное потихо. Тихо. И они меняют траекторию. Можно сделать по-другому. Ко мне в бой. То тоже идут сюда? Ну что, все, поехали. Пли. Ой, так они видят, у них радиус я вижу хороший. Ладно. Готово. Ну где же
давай, власть. Быстрее, быстрее. Сверху. Тихо. Готово. Плюс калаш. Да? Нет. Ну, как сказать вам? Как-то изи. Так, деньги. Ай, блин, а броник мне покоцали жестко. А, видите, он, главное, кого-то обдирать, кого-то нет. Так, давайте сразу вышку активируем, да и все. А, СТП. А что мне по рюкзаку? Создание предметов. Так, подождет еще. Блин, осталось 6 ячеек. Плохо. Навыки. Давайте, ладно, что-то все-таки улучшим. Что у нас еще открылось здесь? Повреждение ячейки, здоровье регенерируется. Вот. Вы сможете быстрее спрятать тело после бесшумного убийства. А стоит ли оно вообще мне? Я думаю, что нет. Миссия, чтобы открыть это херь. Херь. Мне бы вот это сейчас начать открывать. Где там вообще было тихое убийство? Ах, черт, и гранаты нужны. Ладно, прокачать. Нужно вот это тоже будет вкачивать. Да-да-да. Ой-ой-ой, что я нашел? Опа. Здорово. Так, нет. Ты просто сядь, и я с тебя слезу. Надувная лодка. Почему здесь буквы ровные, скажите? Почему здесь хорошие вот буквы? Надувная лодка, так и написано. Это устройство мощная и легкая военная лодка. На острове есть несколько таких. В гражданских использованиях... Их... гражданских использованиях. Их взяли в... разорившиеся в парке развлечений. В парке развлечения и вооружениях вооруженными пулеметами. Лодка вмещает 6 пассажиров или смертных, если взять ребенка. Окей. Почему вот навыки, скажите, почему они светятся? Почему вы светитесь? Почему? А, я понял, хорошо. Что здесь у тебя прокачано? Что, покажи, я не вижу. Вот это хорошо, что удар сверху могу прокачать. Так, ладно, вышка. Быстрый плав. Я не могу выполнять миссию, пока не открою вышку. Ох, чувак, не завидую я тебе. Не завидую я тебе. Что-то у тебя есть тут? Есть. Дама. Дама есть. Надеюсь, меня тут никто встречать не собирается. Так, 200 метров, окей. Побежали. О, ай. У меня рюкзак уже почти заполненный. Обидно. Опа. Дама. Класс. Ладно, пока не буду использовать аптечку. Да поговорю я с этим доктором. Ну, типа, они так видят хорошо, хотите сказать? Пипец, они слышат далеко.
Читы, читы, читы. У тебя читы, чел. Ты меня не видел. Не ври. Читы, фу, читы, читы, читы. Перезаряжайся. Мне бы аванпост быстро найти. Либо типа того, потому что мне нужно срочно сбагрить ненужные вещи. Так, сверху я залезу с этой стороны. В принципе, можно к доктору... Опа, стоять. К доктору сходить я там. Может, я там смогу продать. Пока я здесь разруха, ладно. Сойдет. Нам все нипочем. Тихо. Оп. Ну вы же понимаете, что я люблю игры проходить почти на сотку, поэтому... Хотя ладно, нет. Я чисто для себя потом на сотку пройду. Сделаю вам видосик, то, что я получил, может быть. Может быть. Повторяюсь. Сохранение, вот не понимаю здесь, как работают. Когда я сохранился, когда нет. Броник у меня уже почти сломался. Так, вижу, там что-то есть хорошее. Рюкзак, есть еще место. Одно место свободное, навыки. Ну я видел, что ты открылся, ну блядь, зачем это повторять? Аж бесит. Рюкзак, я могу вещи выкидывать? У меня вот эти листики не нужны, хотя они... Блин, давайте я... Так, стопы, сначала. Создать предметы. Изготовить. Так, все. Каждого шприцу по штуке. Теперь, благодаря этому, у меня в рюкзаке освободилось место. Теперь я обосматриваю сундучок. Амулет нахожу. 34 денежки. Нахожу включатель. Его я открываю. Сейчас мне покажет 2-3 локации. Прикольных, да? О, вьетнамская пушечка. Второй мировой. Какой-то местный остров. И разбитый корабль. К этому всему мы сходим позже. Почему? Что такое? Что такое, бля? А, как же бесит, как же горит. Что это такое? Пропавшая экспедиция. Альт, альт. Почему не работает здесь мышка? Блять. Здесь работает все. АК в бесплатном магазине, спасибо, Скорпион тоже есть. Я не могу, пока у меня вот ахер появляется. Инструмент. Ладно, поехали. Не хочу себе затирать мозг. О, машина. Привет. Так, точняк, что я хотел сделать? Ай, не могу все равно. Это дом. В доме я могу сделать, что все захочу. Эй, зачем я ставлю метку? А, метки нету, ё-моё. Окей, тогда ставлю метку. Так, это у нас что? Тоже местный... Голубая фишка. Немецкое какое-то место. Мерекс Эксист. Ладно, погнали. Это ж на горе где-то. Или зачист... Ау. У нас уже времени нет. Ладно, давайте, короче, на этом с вами тогда закончим. Сейчас. Встану где-то. Так, а что это стопы? Легенды?
сбор припасов. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. В следующей серии сходим с вами на дым и сделаем вот эту миссию. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.